Мой отец часто говорил, человек счастлив тогда, когда он утром хочет идти на работу, а вечером хочет идти домой. Я запомнила эту фразу. Я выросла в семье, где все очень любили свою работу, очень много отдавали ей времени и сил, и, наверное, научили меня сделать правильный выбор. Много лет я занимаюсь тем, что рассказываю разным людям о том, как вовлечь тех, кто их окружает, их сотрудников, в то дело, которое они делают. Я рассказываю это в основном руководителям бизнеса, поскольку я тренер. И, собственно, руководители – это, ну, не все, конечно, но многие из них – это люди, которые не очень хотят вдаваться в какие-то подробности личности их сотрудников, хотят тратить на это время какие-то эмоциональные силы. И поэтому я пришла к вам. Я пришла к вам с этой книгой, потому что она будет интересна каждому, она будет интересна любому, кто хочет сделать правильный выбор профессии, встать на правильный профессиональный путь. О чем моя книга? Она о том, как важно получать удовольствие от работы, как важно испытывать от работы кайф, как важно испытывать от работы восторг, потому что на работе мы проводим суммарно за свою жизнь почти 10 лет. 10 лет – это очень много. Многие ли из вас с большим удовольствием идут утром на работу? Я думаю, что нет. Но это можно изменить. Это можно изменить прямо завтра. В книге принимают участие 7 совершенно замечательных человек. Некоторых из них вы очень хорошо знаете, а некоторых не знаете, но очень хорошо знаете компании, в которых они работают. В первую очередь она будет очень интересна тем, кто только готовится встать на профессиональный путь. Это тем, кто сейчас учится в последних классах школы, и их родителям. Конечно, она будет интересна руководителям бизнеса. Она будет интересна, наверное, директорам по персоналу. В общем, она будет интересна каждому. Давайте вместе выпустим эту книгу. Я очень рассчитываю на вашу помощь.